Сегодня в Москве на Поклонной горе прошла торжественная и символическая церемония. Ветераны Великой Отечественной войны из России и Грузии приняли участие в открытии мемориала, посвященного героям всех национальностей, павшим в борьбе с фашизмом. Он сооружен в память о монументе славы, взорванном в Кутаиси год назад. Выступая перед собравшимися, Владимир Путин назвал действия грузинских властей государственным вандализмом. Российский премьер подчеркнул: «Новые поколения обязаны хранить память о подвигах предков, защищать правду о войне от лжи и цинизма». О торжествах на Поклонной горе репортаж нашего корреспондента Олега Шишкина. На Поклонной горе они решили встретиться пораньше, до начала официальных мероприятий. Два друга, бывший автоматчик и пулеметчик, прошедшие всю войну. Раньше они отдавали дань памяти павшим соотечественникам на родине, в Грузии. Пока год назад, по приказу Саакашвили, такой возможности их не лишили. Нам больно, когда так вероломно расправляются с нашим прошлым. Они не только извращают историю нашу, они не только фальсифицируют, принижают роль. Они издеваются просто. Уничтожение монумента славы в Кутаиси, якобы для того, чтобы освободить площадку под строительство нового здания парламента, у многих вызвал настоящий шок. Ветераны назвали это актом вандализма. Во время взрыва погибли женщина и ребенок. В борьбе против фашизма мы были вместе. Название нового мемориала воинской славы в Москве на Поклонной горе словно напоминание тем, кто об этой общей для всех народов бывшего Союза истории старается забыть. Народ не может быть с теми, кто разрушает память. Память народную, тем более память о собственных героях, отворачивается от собственной истории, от вековых традиций дружбы и взаимопонимания. Убежден, никто не в силах рассорить и ожесточить российские и грузинские народы. Разорвать традиционно связывавшие нас прочные человеческие духовные узы. А значит, будущее за добрососедскими, равноправными, истинно партнерскими отношениями России и Грузии. Мы к этому искренне стремимся в России. Новый мемориал не копия уничтоженного, а скорее памятник-символ, посвященный воинам-освободителям разных национальностей. В центре композиции два реальных героя войны, подрузивших знамя победы. Михаил Егоров и Мелитон Кантария, русский и грузин, бок о бок на куполе захваченного Рейхстага. С двух сторон постамента барельефы с фигурами солдат. Это портреты реальных людей, участников войны. Их образы воссоздавали по фотографиям. За ними стена, напоминающая силуэт разрушенного в Кутаиси мемориала славы. И 15 гранитных кубов. На каждом изображение знаковых памятников, установленных в бывших республиках Советского Союза. Мемориал сооружался за счет добровольных пожертвований. Деньги перечислили более 300 различных организаций и около 6 тысяч человек. Большая часть суммы поступила от Союза грузин России. Высокий дух и отношение дружбы, проверенные суровыми испытаниями, мы должны сохранить и передать нашим детям. Никому не дадим прервать эти отношения. Мы верим, что этот мемориал будет служить не только данью благодарности нашим предкам, но и углублению дружбы между нашими будущими поколениями. Спасибо, друзья, что мы вместе. Торжественная минута. Открытие монумента. Звучит гимн России. После окончания церемонии Путин пообщался с ветеранами, приехавшими из Грузии, и отдельно встретился с лидером движения «За справедливую Грузию» Зурабом Нагаедели и руководителем движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и приехали на этот памятник. Надеюсь, что вам понравился. Собственно говоря, вы тоже принимали участие в выборе одного из вариантов, их было много, как вы помните. Мне кажется, что он очень удачный. И я очень рассчитываю на то, что это будет хорошим символическим шагом на пути поиска взаимоприемлемых решений по нормализации наших межгосударственных отношений. Конечно же, есть желание, чтобы этот памятник, он стал началом восстановления нормализации отношений, отношений с учетом интересов наших народов и отношений, которые, в принципе, будут во благо и грузинскому, и российскому народу. Грузинское вино из традиционного рога в память о павших товарищах. В годы Великой Отечественной более 240 тысяч грузин были удостоены боевых наград, а 137 человек стали героями Советского Союза. Красные гвоздики и белые в цвет снегопада розы. К монументу несут цветы люди разной веры и разных национальностей, для которых этот памятник стал символом общей победы. Олег Шишкин, Наталья Юрьева, Михаил Симаков, Игорь Казаченко, Алексей Боровиков. Первый канал.